О глубинке с любовью. В Ульяновск приехали кинорежиссеры из городов России. Они будут снимать фильмы о жизни в деревнях и селах Ульяновской области. Сначала киноделы прошли отбор, и 70 претендентов выбрали 20. Качество съемки, сценарий, монтаж оценивали их коллеги из кинолаборатории 73 ДОК. То есть как человек умеет работать с материалом? Сможет ли он в одиночку именно снять фильм? То есть прислали работы режиссеры, которые работали в команде. Именно как режиссер, да, то есть у них был отдельный оператор, там, звукорежиссер и так далее. Здесь же каждый участник должен сделать все самостоятельно. Светлана Тиканова приехала из Хабаровска. Жительница многонационального края планирует снять ленту о жизни татарской семьи. На этой неделе режиссер поедет в Старую Кулатку. Будет знакомиться с местным населением, бытом и традициями. В любом случае, центр фильма – это всегда человек, герой. Кто это будет герой, я не знаю. Вот сегодня и завтра я займусь поиском героя. Но я примерно для себя решила, что это носитель татарской культуры, человек, который в этой культуре, человек, может быть, творческий, не знаю, может, собиратель сказок, сказитель, может быть, человек играет на каком-то музыкальном инструменте. Всех режиссеров распределили по районам Ульяновской области. У участников проекта есть неделя на съемку фильмов. Полный метр, тайминг до 50 минут. В 2022 году мы открыли школу креативных индустрий, а в 2023 году на базе школы креативных индустрий мы открыли киношколу. И так как наша школа оказывает услуги для детей и взрослых по дополнительному образованию, мы приняли решение провести такой межрегиональный проект, обучающий проект, лаборатория документального кино 73 ДОК. Фильмы, снятые нашими гостями, покажут на фестивале от всей души. Автор лучшей киноленты получит приз – 150 тысяч рублей от школы креативных индустрий. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.